банда. Ну вообще уже что такое? Так, надо сигареты с собой покурить. Да, наверное. Я просто сложу ее немножко в сторону. На заднем фоне тушки спят, короче. Смотри. Нет, мне кажется, если бы они были бы против. Нет, на самом деле больше всего весело как бы бригаде из 15 человек, которые там сейчас в пещерах в 2 часа ночи ходят. Слушай, трезвые. Их слишком давно нет, может их поискать? Ой, нет, не я надо. Думаю, что... Смотри, вообще, да? Просто это... Я не знаю, вот это реально сталкер. Мне плащ накинуть? Не сталкер. Нет, это... шеврон сталкера наверху в куртке лежит. Не, на самом деле плащ накинь, чтобы не пачкать просто. Ты будешь сейчас на спальнике. Бушлат, да. Идет рабочий. Ну, сейчас поползем. Смотри сам. Я-то там гуськом хожу. А, мне ползти, я вот специально как бы это... Платочки. Я просто сказал фонарик положил. Я на самом деле. Не, вроде нормально у тебя все. Даже не фотографии там. Не, у тебя в понедельник поболит, но я не думаю. Пойдем отправим. Да, только криво как-то, нет? Мне кажется, криво. Только не в человека. Оп. Так, Ален, точно? Все нормально? Да, нормально. Света хватит? А я с вами пойду. Нет, я предлагаю и как бы и в туалет по пути и посмотреть. И... Нет, там в принципе, смотреть почти не на что. Криво крутит, короче, криво. Она по-другому не крутится, другая ручка. Пошли туда и там на улице. Здесь давайте. Лучше... Она стоит на полувзводе. Да, на я ней выстрелить. Лучше на улице. Ну, да, пошли, давай. Вот. Так, тихо. Пойдем? Да, главное, ничего не трогать на потолке. Ален, капюшон накинь, это будет как минимум, вот, да. Нет, Ален, тут 15 человек. Пьяная тушка. Не, пока я нормально иду, ты можешь меня не вести. Нет, постраховать, если надо. Нет, надо, не надо. Ну, если я буду падать, то надо. Понимаешь, если ты будешь падать, у меня еще в руках сигнальная ракетница. Не, больше 5 минут, все равно мы там. Не надо, не надо. Аккуратней. Ах, а я люблю кино снимать. Так, вот здесь камни, здесь аккуратней. Здесь как бы... Вот сейчас начало накрывать слегка. Нет, понимаешь, у тебя там 15 человек заблудилось, здесь двое спят, там еще пятеро, и сверху 5 машин, и хуй кто придет, короче. Вот. Главное, ребят, сейчас на входе аккуратно, потому что там есть... Да, вот здесь вот. Не надо целиться, мне сигнали ракеты. Да. Тут, понимаешь, узкий. Мы ползем. Я
Выйдет, да, 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 выход, все. Тут просто скользко. Здесь под корень очень удобно. Здесь природа. Ух ты, как морозится, ребят. 15 должна быть. Ну, реально мороз. Как бы пальцы в рукава. Саша, мать, перчатка. За корень. Ага. Так, мы пойдем сейчас вот сюда вот. Аккуратно. Ну, он будет туда сейчас пулять. Блин, вы посмотрите. Ты иди сюда лучше, а то там деревья, видишь? Там деревья, машины. Иди лучше вот отсюда. Саш, Саш, Саш. Ну ты зря оттуда. Ебать. На лед сейчас упадет. А что она погасла? Прикинь, они нашли сейчас вторую дырку, вылезли, короче, в другом месте и вообще пипец. Ну я в туалет схожу. У тебя есть с собой все, что надо? Нет, есть. Ей будет плохо. Втроем вышли, втроем зашли. Фу. Ну она такая, вообще. Ну да. Не, нормально на самом деле, как бы. Вообще просто. Я вообще был не уверен, что она запустится, короче. Не, ну она, блин, слишком маленькая для того, чтобы быть какой-то там вообще, да? Ну да, это сигнальная. Сигнальная. Просто отдал отметку. Есть, которые вот долго горят, но они, блин, они реально, да. Там... Ну извини, 1500 за что? Да. Там патрон... А вот здесь 200 рублей для 15. Там патрон просто, я не знаю, какого... Ну, он... ну видел, какой, блядь, первый патрон? Да. Ну сигнальный у него уже как это, как большая батарейка, не меньше. Даже больше. Да нет, вот. Сигнале, а я имею в виду, который вот это долго летит. Там же огромный. Осветительный? Да. От 20 до 40. Ну. Такая хуйня, блин. Нет, я лучше под маску упаду. Ух. Слушай, ну мороз, да, вообще жесть. А че я маску натягиваю? Прикинь, мы утром выйдем, короче. Выйду. Слушай, ну сегодня какая-то холодная ночь. Так, ладно. Все-таки нам тепло. Погоди, какие потери? Не, она внутри. Серега сказал, что типа надо ее это. Он на нее ручается, то есть надо сохранить. Так, ты ползешь? За глаза я проведу их еще. Я просто без перчаток. Я свои. Да, 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 я имею в виду. Просто из плюс 8 выходить в минус 13, у меня очки потеют, у меня проблема. Хьюстон, у меня проблема. Вилли видит, ты застрял? Нет, у меня очки запотели. Тебе фонарик есть у тебя? Два. А, ну все, тогда я буду здесь метров 5 в глубине. А там еще осталось? Ползем! Ползем, короче, ползем обратно. Погнали? Я что-то запутал. Заходим, заходим. Пошел, пошел, пошел. Ален, ты
Мы тебе не мешаем? А? Мы тебе не мешаем? А ну, ты их в туалет хотела. Она сходила, да? А где ты есть? Вот она ползает. Откуда ты взялась там сзади? Из леса вестима. Я заблудился, прикинь, я туда пополз, короче, там тупик. Прямая дорога. А у меня очки запотели. Я не вижу ни хрена. А дальше туда. Идем. Ну, а дальше куда? Слушай. Господи, вы что, люди? Тихо, ты куда, Барбара? Мы же в прошлый раз здесь. Мне кажется, а мне. Мной, вон да, туда, да. Нет, туда иди. Мы тут в прошлый раз с тобой заблудились сегодня утром. Вон туда? Да. Тихо пошли. Ты. Нет, я пойду нормальной дорогой. Какой нормальной дорогой ты не знаешь? Здрасте, приехал. Эй, ты, иди сюда. Почему там тупик-то? Думаешь? Кто? Я не туда. Сейчас. Сейчас я разворачиваюсь. А точно, вот здесь, да, дорога. Давай, давай, давай. Блядь. Да, обшився мальца, да? Я? Ну да. Я что-то уже три выхода не тех нашел. Бывает. Я говорю, мне нельзя в такие пещеры, можно заблудиться. Не-не-не, я... Выгибайся, тут в полный раз можешь встать. У меня, видишь, они запотевшие. Стой, смотри, аккуратненько. Настроили хоббиты, блин. Подъем. А мы откуда выйдем-то? Откуда вырезали, туда же ты попал? Блядь! Ну... Да нет, шипанул тупо. Именно те места, где я схуешь. Блять, вы туда идете-то, ёпт. Да, я иду туда. Бля, жаль, отдали 15. Можно было столько залпов выпускать. А сейчас главное вернуться к лагерю. Да все уже придет. А вот, да, вон та хрень, я помню. Фигурка. Там не вернулась еще банда. Где наши 15 человек потерянных? Ай, блядь. О, это было жестко. 15 человек из 18 на сундук, ребят. Сундук мертвеца. Йо-хо-хо, и бутылка рому. Нет, бери портфель. Ведь рома нет. Точно, мы идем на музыку. О, шмотки чины. На. Нормально. Фух. Так, можно доску.